Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Смерть Илия. И побежал один вениамитянин с места сражения и пришел в Силом в тот же день. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко востенал весь город. И услышал Илий звуки вопли и сказал: «Отчего такой шум?» И тотчас подошел человек тот и объявил Илию. Илий был тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию: «Я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения». И сказал Илий: «Что произошло, сын мой?» И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финеас, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Thank you.